На конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Россия команда колледжа Московия выступает уже не первый раз. Традиционно студенты учебного учреждения представляют Подмосковье в номинации «Сервис на транспорте». В этом году они соревновались с действующими сотрудниками различных аэропортов страны, людьми взрослыми и опытными. Тренировки заняли не один месяц, было потрачено много сил и времени. Здесь, в помещении, где у ребят проходила подготовка к конкурсу, создана настоящая атмосфера аэропорта. Вот у меня появилась возможность почувствовать себя пассажиром и пройти всю полную процедуру предполетного досмотра. Не без помощи аэропорта Домодедово мы оборудовали данный терминал по компетенции сервис на транспорте по двум направлениям – агент регистрации и служба авиационной безопасности. При подготовке ребят к конкурсу много внимания было уделено и психологической стороне работы сотрудников аэропортов. У ребят, у студентов, у них есть свои определенные проблемы, так называемые детские болезни. Это в первую очередь стрессоустойчивость. До национального финала команда побывала на трех чемпионатах разных за пределами Московской области. Это был Челябинск, Самара, у нас Москва. То есть выезды на такие чемпионаты, они приносят очень большую пользу в тренировках, дают и опыт, и стрессоустойчивость. В каждой команде 5 человек. Трое в службе авиационной безопасности. Их задача – выявлять все запрещенные к перевозу предметы. И 2 члена команды – агенты регистрации. Они должны досконально владеть информацией по предоставлению услуг пассажирам. Колледжу Московия удалось доказать свою компетентность и обойти остальные 4 команды в этой номинации. Результат был 50 на 50. То есть мы как бы старались, но нам почему-то казалось, что мы не займем первое место. Но в последний момент так все получилось, что выиграли. На самом деле очень рады, потому что мы целый год к этому шли, мы постоянно ночевали, можно сказать, в терминале, мы столько тренировались, и не получить первое место было бы очень обидно. Профессиональный колледж Московия – одно из лучших учебных заведений области, где готовят кадры для работы на воздушном транспорте. Популярность заведения растет с каждым годом. Все больше абитуриентов отдают предпочтение Московии. Здесь совместно с аэропортом Домодедово была запущена программа «Приток», которая дает студентам возможность получения гарантированной работы после выпуска. Приятного вам полета! Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.